24 мая в городе Санкт-Петербурге в музее микроминиатюр «Русский левша» состоялось открытие выставки русского художника Александра Угланова. На выставке были представлены работы из серии «Берегиня» и «Хоромы». Для меня это действительно вот праздник, торжественный день, знаковый день. Я даже в Петербурге вот впервые за столько лет, я был в 75-м году, это когда вот училище, учился в училище, и мы сюда ездили на пленэр, 10 дней у нас было. То есть тогда и город назывался по-другому, Ленинград. Я, в общем-то, сейчас приезжаю в другой город впервые, это Санкт-Петербург. Впервые у меня такая выставка здесь. Вот, я действительно, это для меня все впервые, все здорово, это действительно праздник. Здесь столько выступало людей, приходило, но у меня вот прямо вот, ну, праздник действительно. Как бы для художника встреча с такими людьми, с искусствоведами, с писателями, то есть, ну, впервые, действительно все впервые здесь у меня случилось. Сколько будет продолжаться выставка? До 20 июня. Месяц? Да, месяц. Вы привезли сюда все работы за сколько лет? Или здесь часть? Ну, здесь часть работ. Здесь серия. Серия, значит, под названием «Берегиня» и серия «Хоромы». Вот. Много работ, конечно. Ну, как много? Где-то еще работ 20-30, которые я просто они... Ну, по тому, что вот музей, он не, ну, небольшой, просто не вместим. Мы хотя договаривались там о большем количестве, где-то работ 70, но ну, вот такие размеры, которые не позволяют больше. Вот, но я думаю, что в дальнейшем, может быть, там другие залы, а может быть, даже в этом просто будет меняться картина. Так что у нас хорошие дружеские сейчас отношения складываются. И я думаю, что эти перспективы будут очень интересные в дальнейшем. Но я вот смотрю, действительно, какой-то дух просыпается русский. То есть здесь вот даже вот сейчас можно было увидеть, вот приходили ансамбли, девушки вот пели русские народные, то есть настолько это все было завораживающе, то есть вот сначала они как бы развернули вот дух такой, то есть хотелось даже в пляс. И в то же время в конце так было, спели девчонки, что вот у нас слезы на глаза, наверное, вот все это. То есть очень интересно. Вот. Нет, ну здесь вот все как-то для меня это неожиданно, ну как неожиданно, то есть... У меня это как сон какой-то происходит, вот наяву такой. Вы говорите, искусствоведы приходили. Искусствоведы, какие были отзывы? Были вопросы осторожные, были поощрения, была критика? Ну вот, больше, наверное, все-таки как-то, что немножко для них привыкшие, ну, какой, допустим, то есть к тому, что... неординарное вроде. И вот как-то немножко с другой стороны. Для них это необычно немножко. Вот. Меня это, с одной стороны, радует, с другой почему-то немножко настораживает. Как-то вот почему... Для меня это как-то обычно. И вот когда говорят вот что-то как-то немножко не тот формат где-то, потом хотя какое-то время проходит, они здесь находятся и уже как-то растворяются вот в этом. Вот. То есть уже... сильно никто не ругал? Нет, пока нет, такого не было. Пока не было. Хотя были такие намеки, там, то, что как интерес какой, откуда. Я говорю, я вне политики, я человек творческий, в общем-то. Искали подводные течения? Да. Я говорю, да, могут там использовать, но я говорю, я этим не занимаюсь, мне это не нужно. Я говорю, творческий человек, у меня куча творческих идей, которые надо довести до ума, то есть показать, как бы вот это на холст и показать зрителю. То есть у меня кроме этого есть дело. Вот помог мне Андрей Константинов. Специалист-руководитель «Афериум-квартета». Да. Андрей, как случилось, что вы, известный музыкант, один из лидеров «Афериум-квартета», вдруг заинтересовались творчеством художников, которые пишут на древнеславянскую тему? Вы знаете, ничего случайного не бывает в мире. Да? Ничего случайного. То, что мы занимаемся народной культурой, художники занимаются народной культурой,
И я сначала хочу сказать в общем, да, то, что художники, актеры, музыканты, люди, которые тонко чувствуют влияние времени, да, вот эта вот интонация времени, и ищут ее, потому что невозможно жить старыми интонациями, нужно искать каждый раз новое. В этом отличие как раз всех творческих людей. Это уже видно не только художникам, но и многим другим, то, что сейчас поднимается волна интереса людей к национальным корням, к вопросам вот, получения той дополнительной силы, гордости за свою культуру. Сначала я, конечно, знал давно Иванова, да, и в интернете, и везде. То есть вот эти картины, они сразу вибрировали в душе. Мы все, вот у нас кодовый знак, да, то, что если вызывает мурашки. У нас даже, кстати, на конкурсе кроссовер, который мы организовали, когда люди без ограничений в жанре играют музыку, у нас гран-при называется «Золотая мурашка». То есть эта мурашка, она возникает, когда смотришь картины Иванова. Впоследствии я открыл картины Александра Угланова. Да? Это потрясающий как бы мир. В чем он заключается? То, что это, опять же, не просто самовыражение художника, что это не просто его фантазии, а то, что это человек, который пишет картины, находится в потоке. Он видит то, что мы все чувствуем. То есть будет генетическую память. Мы занимаемся этим же самым. Будить генетическую память. Можно задевать струны, можно воздействовать зрительно. И поэтому мы все сразу братья. Мы как бы с первой же встречи мы почувствовали абсолютное родство. И так как этот процесс объединения всегда сложного в славянской среде, да, но как бы сейчас время ведет к этому, да, и поэтому нам всем уже ясно, что пора. Пора друг друга объединять, и видите, звезды нам помогают, нам боги помогают. То, что так рождается план и желание привести картины Угланова и Иванова в Петербург. У нас было несколько попыток, но опять же, вот так сложилось чудом, то, что появился Денис Котов, это генеральный директор сети «Буквоед», который тоже во всем этом, да, и он программный директор всего книжного салона. И в программу вписалось вот такое огромное действие фонда «Сварог», потому что фонд «Сварог» в лице власти, да, вот в Питере, кто представляет, то, что это, я считаю, что замечательная деятельность, то, что, как мы называем, как мы, собственно, чем мы занимаемся, запускаем эти вихри, это задача музыканта, художника и организаторов тоже, которые занимаются. Так вот, эти вихри начинают резонировать у людей, и, собственно, начинается процесс уже необратимый, и когда еще искусство соединяются, то как бы происходит тот самый эффект, ради чего мы, в общем-то, и живем. И как вот сегодня можно было видеть, то, что когда мы видим это в детях, тогда как бы уже в душе становится спокойно, что русская культура живет и будет жить.